Всем привет, друзья! У микрофона Феникс. Мы продолжаем играть в Dreamfall. По-прежнему с нами замечательная Зоя. И мы в той серии остановились на этом месте. Блин, кровавые следы. Ух ты, ёпта, еще дверь открывается. Ой, тут кого-то избивали, по ходу дела. Боже мой, это же зажигалка Резы. Может быть, Резу здесь избивали? Так, камера слежения, смотрите. Ага. Зои. Опять. Эта девочка, она здесь? Найди Эйприл Райан. Спаси ее. Кто такая Эйприл Райан? Найди Эйприл Райан. Спаси ее. Она просто исчезла. Черт возьми. Был номер 201. Наверное, это номер комнаты. Я думаю... Думаю, она хочет, чтобы я открыл шкаф в номере 201. Интересно, Реза пришел сюда за этим же? Так. Это какая-то система безопасности. Кажется, она управляет камерами. Давайте потыкаем ее. Так. Здесь никого. Здесь железная дверь вообще. Так, понятно. Окей, у нас есть запись. Давайте почитаем. Так, девочка указывала на шкаф номер 201. Что в нем? Да, действительно. Мне кажется, там Реза. Избитый. Ну, блин, а если тот призрак какой-то нам является и говорит о том, что... блеск не открывается. О том, что... Как говорится, додумайся, что делать. Давайте осмотрим. Прочная. Не думаю, что мне удастся ее взломать. А еще, похоже, ее установили совсем недавно. Похоже. Почему девочка? Сюда, наверное, да? Про какой-то Эйприл постоянно говорит. Кто она такая? Да елки-палки, лабиринты фиговые. Нет, это мы вернулись обратно. А как нам двери открыть? Ага, так, а что есть внутри? Так, зажигалка, что-то поджигать. Зажигалка Резы. На ней кровь? Печально, печально. Давайте осмотримся, что у нас еще есть. Так, а может быть... Зачем эти штуки? Наверняка они нужны. Бензином. В той серии мы тут немножко с вами... Погеморроили, что делать. Окей, у нас есть комната, там есть... Камера слежения. Да? Не спится. Взаимодействия, по-моему, больше никаких. Кроме как эта штука. Но не зажигалка же, да? Нет. Топор еще нет. Отмычка. Мобилка. Да. Взломаем систему, а там, возможно, и... Ух ты. Так, вот это с квадратиком посередине. Блин, они так запутывают тут. Черт, не вижу нифига. Нет, с квадратиком посередине надо. Вот домик, не, сверху кружок. Вот это нет, это наоборот. Вот. Что такое? Как я вышел. Так, еще раз пробуем. Так, треугольник вниз, кружок посередине. Да где она? Так, треугольник вниз, вот она. Треугольник вниз, вот она. Это квадратик посередине. Нет, с двумя волнами сверху, с квадратиком. Вот она. Так. Ладно. Хорошо. С мортой посередине. Раз. С кружком в середине. Не-не-не-не-не, снизу волна. Ну я же нажал все правильно вроде.
Странная головоломка, вот тоже непонятная. Вроде нажал туда. Оно не хочет. Так, кружок посередине. И сверху это две волны, это посередине палка, две волны сверху, снизу. Вот она, так, кружок посередине. Вот это. Вот так. Так, есть. Дверь мы открыли. Открывайте двери. Что же тут происходит, вашу мать, а? Так. Есть кто дома? Опа, кто это там? Это кто? Пицца. Там кружится пицца. Так, там, наверное, это грабители, которые держат то ли Резу, то ли еще кого-то, да? Так, сохранение игры. Окей. Зачем эта пицца кружится? Кто-то размораживает и греет пиццу. Похоже, она еще не готова. Пицца пока не готова. Что у нас есть? Отмычка, там еще зажигалка. Если я перепрограммирую таймер, сигнал отключится почти сразу. И? Нам спрятаться надо, он возьмет пиццу, он пойдет. Ах да, пицца готова. Хорошая мысль. Так, а что мне ее вырубить можно или что мне с ним сделать? Или пройти типа мимо, да? Эй, там да. Кто-нибудь есть? Не понимаю, может быть... Так, свободная работа. Притворишь, что ищу работу. Притворишь, что верю, будто это настоящий отель, может он работа. Здравствуйте, я пришла попроситься на работу. На работу? Не знал, что мы кого-то нанимаем. Мне надо спросить менеджера. Подруга, а ну подожди-ка. Мы никого не нанимаем. Кто тебе сказал, что нам кто-то нужен? Я видела объявление. Может быть, я могу поговорить с менеджером и... У тебя что, проблемы со слухом? Сказал же я тебе, не нанимаем. Сейчас я тебя провожаю до двери, и ты отсюда тихо, вежливо выметаешься. Я не могу идти. А где тихо, вежливо? Давай вали, или я тебя сам отсюда выкину. Ух ты, ё, так резко драка началась. Ну-ка, как же блок стоит-то правильно? Не хочешь уйти по-хорошему, уйдешь по-плохому. Ой, надо PvP выиграть. Да. Вроде жму блок, а непонятно, как его ставить. Давайте загрузимся. Хорошо, что мы загрузились. Кто-то размораживает. Давайте снова. Если я перепрограммирую так... Есть, перепрограммировали. А если я к нему прям туда зайду? Там кто-нибудь есть? Наверное, можно было мимо него пройти. Давайте опять проработать. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. И вот здесь вот... Ага, здесь нельзя сохраниться, да? Окей. Да что так? Какой-то... Да... Блок. Вот, блок. Ну, бей. Все равно пробивает. Непонятно. Блин, вон та девчонка, которой мы то играли, она как-то дерется лучше. Это драться не умеет. Так, а если я вот здесь прячусь, он пойдет за пиццей. Я пройду мимо, он будет жрать свою пиццу. Если я перепрограммирую таймер. Иди. Иди своей пиццей. Ах да, пицца готова. Так, ты идешь за своей пиццей, ты меня не видишь. Вот. И я прохожу мимо него. Все, здесь он меня не слышит, правильно? Так.
Есть, прошли, теперь сохраняемся. Ну его нафиг. Так, что дальше? Кто это? Что это? Она подключена к устройству, которое я видела в квартире Резы. Что эта штука с ней делает? Зачем нужно все это оборудование? Что за хрень? Что это за штука? Должно быть, зачем нужно все это оборудование? Непонятно. Это что вообще так? 201. Вот она, 201. Это он. Это номер, в котором была девочка. Давайте откроем. Ну, конечно же, не все так просто. 201. А у нас есть что в инвентаре? Зажигалка, топорик. А мне нет. Отмычка. Тоже нет. Мобилка тоже нет, да? Хорошо. Ой. Что это? Эй. Похоже, она находится где-то в своем мире. Вот то, блин, она напугала меня, трындец. Тут все двери, матик, закрыты. Эй, подруга, дай пройду. Она встала. Нет, мне надо искать Резу. Окей, блин, что ж тут творится-то? Ядрен батон. Все закручивается, сюжет-то как. Ой. Этот сюда идет. И что мне делать? Сейф откуда? Спрятаться? Давайте спрячемся. Может, он пойдет дверь откроет? Как он пошел-то вообще? Давайте посмотрим, куда он пошел. Блин, что-то там ходит. Туда куда-то ушел. Значит, туда еще куда-то проход есть. Значит, там как-то можно с той стороны, наверное, в дверь зайти. Похоже на медицинское оборудование. Так, это, блин, ненормальное, чё? Я из-за нее сейчас застряну, не выйду, не зайду. Где этот ковбой Мальборо, мать его? Так. Нет, а чё там? Чё там такое-то? Блин, ну 201, мне сюда. А зайти ему... Ай, ёлки-палки. Не, а если зафигачить? Нифига у него жизни. Кто бешеный мух? Может быть, надо успевать нажимать? Но сейчас надо... Куда я иду? И сюда. Давай, блок. О. По щам получил. А, с такой камерой сражаться вообще непонятно, куда я хожу. Какой-то трындец. Блок. На, свертухана. На, еще свертухана. На. Не, все. Лучше мне поторопиться. Он может проснуться в любую минуту. А, понятно. Я его повредила. В смысле... Так, это что? Оконная ручка. Я сняла руку. И зачем она мне нужна? Непонятно. Окей, туалет местный. Хорошо, ничего тут хорошего. Так, пойдемте наверху посмотрим. Надеюсь, там больше этих чуваков нету. И тут закрыто. А, ручка. Может быть, ее сюда присобачить? А в 201 ручка не подойдет? Или что тут? Нет, что такое? Окно. Просто окно. Ага, можно перепрыгнуть, да? О, лестница. Перелезть. Если бы только у меня была ручка для... Ну, конечно, она у нас есть. Конечно, она у нас есть. Давайте откроем. Окей. Так, ручку нельзя забрать, тогда вылезаем. Окей, полезли. Так, здесь сохранимся.
Ну нафиг. Так, лестница отвалилась. Так, войти. Открыть, войти. Так. Мы внутри. Опять это медицинское... Опа. Что это, мать твою, тут вообще происходит, а? Он пасать ходил, понятно так. Что я там возьму сейчас? Грязное полотенце. Может быть, его можно удушить? Давайте-ка не перезывать. Куда он пошел? Он спит. Может, его удушить можно? Давайте его душим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что я сейчас сделал? Так. Ты чё? Чё делаешь? Чё это за хрень? На! Зомбек. Да на тебе свертухана сейчас. На, всё, спать. Похоже на медицинское оборудование. Так, Зоя, блин, мне это не нравится. Чё здесь вообще происходит? 302-й закрыт. 304-й закрыт. 304. Это понятно. Ну как мне идти вот туда? Опять куда-то туда, туда. Возможности пойти очень много. Сохранимся, ну нафиг. Здесь что? Закрыто. Все двери позакрыты. Так, здесь что? Тоже закрыто. Окей. Хорошо, вариант только сюда. Смотрите, там можно пройти. И чё, как? Чё она не идет туда? Можно только посмотреть. Ну, ой, чё, и как вылезти, не понимаю. Простынь. Отмычка, топорище, зажигалка, мобилка, грязное полотенце, грязная простынь. Можно только посмотреть. Ладно. 302-й. Все вообще двери позакрыты. Ну, здесь только туалет. И что я сюда вообще прилез, не понимаю. Такой милый туалет здесь. Ну, обратно лезть вниз я вроде как уже, по идее-то, не могу, по-моему. Похоже на медицинское оборудование. Вот здесь дверь ничего не откроется. Здесь не открывается. Что ж такое-то? Хорошо. А ну, Зоя, вылезет, что там у нас на улице-то? А ну, подожди, там же. Там. Там же, теперь только там же обратно. Вот что я могу сказать. Значит, что-то внутри. Кажется, здесь никого нет. Хорошо. Вопрос тогда следующий, как из того окна вылезть, если здесь, значит, появляется вот такое, а там появляется только осмотреться. Может быть, по полотенцу как-то надо, если что-то из полотенца, там, может, там стекла много или еще что. Да? Кто его знает? Отмычка. Топорище. Ну, да. Кажется, он в отключке, но мне лучше держаться от него подальше. Так, нас похоже на медицинское оборудование. Что это такое вообще тут творится? Нафиг мне это не нравится. Ладно, попробуем. Мне кажется, все-таки что-то мутить. 305. Все эти номера все равно закрыты, да? Значит, что-то делать вот с этой. Где полотенце? Зажигалка. Ничего, топор. Ничего. Мычка точно нет. Так, простынь. Почему ты не хочешь вылазить в окно? Все-таки показывал, что туда. Шикалка, топорище. Мычка. Вот догадайся, что делать, да? Угу. Блин, отмычка. Может, какую дверь открыть?
Что из грязное полотенце и простыня? А если что-то на... Гадость. Гадость, гадость, а как их... Что получится? Вот, веревка. До меня сейчас дошло, что нужно... И что? Слезть типа отсюда нельзя туда? А ну подождите-ка, а если... Привязаться к какой-нибудь батареей, да? Че еще камень? Че у меня тут еще есть? Топорище, веревка. Попробуем чем-нибудь комбинировать. Зажигалка, допустим. Нет. 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 Даже с мобильной комбинируется, понятно. Че мне веревка повесится? Ну слезь с окна, это понятно. Надеюсь, это веревка достаточно крепкая, чтобы выдержать мой вес. Так, ну у меня только возможность вылезти в то окно. Использовать веревку, как-то перепрыгнуть, что ли, на ту сторону. Только так как-то. Пойдем попробуем. Так. Ну, типа, зачем я туда полезу? Не понимаю. Но надо вниз. По-моему. Кажется, здесь никого нет. В конкурсе по изготовлению веревок я первого места не займу. Это точно. Каким-то образом надо вон туда вниз. К чему ее привязать? К чему ее привязать? К чему ее привязать? Я не знаю, к чему ее привязать. Там есть окно. Чему тебе привязать веревка? Может быть, еще полотенце набрать, больше сделать? Что, ну тут возможностей никаких, кроме как... К чему ее привязать? К чему ее привязать? Вообще не знаю, к чему. К тебе ее привязать, что ли? Связать тебя веревкой? Но она не зря говорит, две, значит, где-то надо слезть по этой веревке. Мычка ничего не открыть, не веревкой. К ручке взяла батарею внизу. Ну, глупо. Взаимодействия не появляется никаких. Не понимаю, господа, пока не понимаю я. Да, господа, оказывается, тут эта глупая камера. Оказывается, взаимодействие есть вон с тем радиатором внизу. Все-таки мои догадки были верны, что нужно было привязать веревку к радиатору. Есть, спускаемся. Так. Есть, мы спустились. Так, идет сохранение игры, это очень здорово. Так, открыть окно. Так, вот она комната, которая где показывалась, помните? Та чертовщина творилась здесь странная. Что же там в шкафу-то? Или кто? Блин, стрёмно, лучше я сохранюсь, ну нафиг. Ну что, посмотрим. А там... Что это? Фотка? Это Чарли. А кто эти две девушки? Может, раньше это была комната Чарли? Но почему тогда девочка показала мне на шкаф? Как он связан с этим всем? Опа. Вот дерьмо, а. Какого хрена ты тут делаешь? Это моя комната. Возвращайся. Подожди, я тебя не знаю. Ты кто, черт подери, такая? Рассержена. Никто на меня ругается, вежливо пытаться его успокоить. Блин, а мы в чужой комнате, но все равно рассерженность. Выбирай выражение. Ты кто? Кто я? Кто я? Я долбанный начальник, мать твою! Вот я кто! А ты кто такая, блин? Я сказала, не смей со мной так разговаривать. Да пошла ты! Пощечину как бы. А
Ой, блин, блин. Ты меня ударила. Ты на меня сам набросился. Господи, я же ничего не собирался делать, а ты ударила мне прямо в нос. Болит же, черт подери, вот дерьмо, мое лицо. Да-да, знаешь, тебе очень-очень повезло, что только лицо. У меня черный пояс. А какого хрена тебе от меня надо? Вот, блин, болит, блин. Я ищу своего друга. Он был здесь прошлой ночью и разыскивал кое-какую информацию. Может быть, он с кем-то разговаривал, я не знаю. Суть дела в том, что мне надо его найти. И если он здесь был, может быть, ты знаешь, куда он пошел потом? Я не знаю. Ты входишь сюда, бьешь меня по носу. Мне, блин, да как его зовут? Риза. Риза ты, мисс. Ладно. А мне-то что с того? Я больше не буду бить тебя. Ладно, я заплачу. 500, если поможешь мне узнать, что с ним случилось. Еще 5, если поможешь мне его найти. Штука, ю. Если поможешь найти, я серьезно. Да похоже, что так. Кажись, этот парень для тебя много значит. А тебя трахает. Не давай мне лишнего повода тебе вломить. Господи, да ладно тебе, спросить нельзя. Какие мы нежные. Ладно, штука мне пригодится. Скажи еще раз, как зовут этого парня? Рез чего? Резатый мисс. Он примерно твоего роста, темные волосы, смуглый. Скорее всего, хорошо одет. Был здесь прошлой ночью. Посмотрим, что можно. 1000, да? 500 вперед. Нет. Получишь деньги, когда я получу информацию. Если не хочешь нормально вести дела, я... Хорошо. Как мне с тобой связаться? Ты знаешь предел? А кто не знает? Я буду там сегодня вечером. Ага, будешь. 3 раза. Ты знаешь, как сложно туда достать приглашение? Да там список на 2 года вперед. Просто возвращайся сюда, и мы с тобой... Нет, в пределе. У меня там связи. Я прослежу, чтоб тебя внесли в список. Охренеть! Это круто! Если бы ты мне сразу об этом сказала, дорогая, я бы нашел твоего дружка за даром. Ладно, я посмотрю, что смогу сделать. Предел? Офигеть! Клёво! Ладно, значит, договорились. Пойдем, я выпущу тебя через переднюю дверь. Там замок на ДНК. Хрен взломаешь. Да, это место похоже на неприступную цитадель. Действительно очень странное место. Пойду осмотрюсь, может, что найду. Так что вечерком в пределе. Ты не пытаешься меня наколоть или еще чего? Я серьезно, как никогда. Мой друг очень много для меня значит. Как скажешь, пока я в списке, а у тебя есть бабки. Подожди, как ты сказала, тебя зовут? Зои, а тебя? Маркус. Угу. А фамилии у тебя нет? Нет, а у тебя? А ты сечешь фишку, Зои. Этого у тебя не отнимешь. Окей, Маркус, спасибо, увидимся. Хитрый подонок. Ну что ж, надеемся, что он найдет информацию для нас. Так, у нас идет сохранение игры, значит, нам нужно идти в предел, так я понимаю, да? Сейчас посмотрим. Маркус обещал встретиться со мной сегодня вечером в пределе. Думаю, стоит просто отправиться сюда и подождать его. Кроме того, надо поговорить с Чарли. В шкафу не было кроме ничего. Но нам нужно идти в предел. Так, зацепок никаких действительно нету. Наша задача, я думаю, идти в предел. Так, а теперь только вспомнить, как туда идти. И было бы все замечательно. Так, по-моему, здесь сюда. Ну да. Жуткое место. Так. Это китаец здесь. Так.
Я же правильно, да, правильно. Ага. Да. Привет, это снова Зоя Кастилья. Могу я войти? Конечно. Как все просто. Так, мы внутри. Нужно поговорить, показать ему фотографию. Я думаю, он расскажет, кто же это. Эй, да ты вернулась. Удивлен? Я сразу понял, что ты сможешь за себя постоять. Так что нет, не особо. Ты нашла своего друга Иерихона? Его зовут Риза. Нет, я пока его не нашла, но у меня есть зацепка. Хорошо. Надеюсь, ты его найдешь. Он мне показался хорошим парнем. Так. Давайте. Спросим про Ризу. Никаких вестей от Ризы, а? Извини, девочка. Если он позвонит, я тебе сообщу. Так, теперь про Кордон. Как давно говоришь, ты не был в Кордоне? 10 лет, а что? Наверное, он очень изменился. Ужасное место. Одна комната там была еще ничего, но все остальное просто ужас. 10 лет — долгий срок, девочка. За 10 лет весь мир может измениться. Спасибо, Чарли. За что? Слушай, можешь оставаться здесь сколько захочешь. Может быть, твой друг снова заглянет сюда. Так, я думаю, нужно ему показать фотографию. А ты можешь рассказать мне про эту видеографию? Это ведь ты, правда? Господи Иисусе, где ты это нашла? В отеле, номер 201. Я нашла ее в шкафу, подумала, ты мне расскажешь. Ведь это ты на видеографии, я не ошиблась? 10 лет и целую вечность тому назад. Да, поверить не могу, что эта фотка оказалась в старой комнате Эйприл. Столько времени прошло. Эйприл? Эйприл Райан. Девушка в центре. 201 — это была ее комната 10 лет тому назад. Ты сказал Эйприл Райан? Да. А что? Это имя кажется мне очень знакомым. Наверное, ты ее с кем-то перепутала. Эйприл исчезла в 9-м году. За несколько дней до коллапса. Мы долго искали ее, пока я не сдался. Зато Эмма всегда продолжала верить. Она и сейчас думает, что Эйприл жива и находится где-то... где-то там. Непонятно где. Эмма — это вторая девушка на этой видеографии? Да. Они были моими лучшими подругами. Но от Эммы не было никаких вестей уже несколько лет. А Эйприл... Скажем так, я не умею верить в чудеса, как Эмма. А как исчезла Эйприл? Слушай, мне об этом говорить неприятно. Это очень личное. Ну, давайте все-таки настаивать. Мне надо знать, Чарли. Я думаю, между Эйприл Райан и тем сюжетом, над которым работал Риза, может быть связь. Что? Ты серьезно? Это звучит как полный бред, я знаю. Я даже не могу поверить в то, что говорю это тебе, но... Я недавно слышала имя Эйприл Райан. У меня были видения на экранах, в Касабланке, в отеле. Очень странно и страшно. Сначала я решила, что это каким-то образом связано с шумом. Может быть, дело и правда в этом, но я думаю, что это не все. Заснеженный пейзаж, странный черный дом, девочка. Я знаю, может показаться, что я сошла с ума, но эта девочка, она говорит со мной. Именно со мной, с экрана. Найди ее, спаси ее. Сначала она говорила только это, а потом... Найди Эйприл Райан. Найди Эйприл, спаси Эйприл. Когда я была там в отеле, я снова видела ту самую девочку. Она указала мне дорогу к комнате Эйприл, к ее шкафу, где я и нашла эту видеографию. Боже мой. Если ты говоришь правду, если это не какая-то гнусная шутка, мне нужно связаться с Эммой. Она все еще верит в то, что Эйприл говорила мне правду. Правду? О чем? Ты можешь немного подождать, Зои? Я уверен, что Эмма прилетит из Европолиса первым же Вактраксом или Скрамджетом и захочет услышать эту историю от тебя. Как только она прилетит сюда, мы расскажем тебе эту историю целиком, я тебе обещаю. Чарли, но та Эйприл Райан, о которой я слышала, может быть, не вашей Эйприл? Я не хочу тебя обнадеживать.
Эйприл исчезла при очень странных обстоятельствах, Зои. Если есть хоть малейшая вероятность того, что это как-то связано с ней, мы должны ухватиться за этот шанс. Ладно. Мне все равно надо подождать, пока со мной свяжется этот парень. Его зовут Маркус. Я встретилась с ним в отеле. Маркус? Ну, это уже просто мыльная опера. Когда-то Маркус был нашим другом, пока не стал большим человеком в Аматине. Его я тоже 100 лет не видел. Но я слышал, что он получил работу в отеле. Да, он там вроде как присматривает за всем. И ты прав, это никакой не отель. Я кое-что видела, пока была там. Они тестировали какое-то устройство, которое втыкается человеку в голову. Я такое уже один раз видела. Может быть, именно из-за этого Риза приехал в Ньюпорт. В общем, Маркус сказал, что он поможет мне выяснить, что случилось с Ризой. Ну, не за даром, конечно. Я сказала, что мы встретимся с ним здесь попозже. Ты не против? Без проблем. Это самое безопасное место в Ньюпорте. Здесь ничего не происходит без моего ведома. Я позабочусь, чтобы его имя внесли в список гостей. Я собираюсь позвонить Эмме. Потом мне надо будет заняться кое-какими делами, а ты можешь пока здесь зависнуть. Я скажу на кухне, чтобы тебе приготовили чего-нибудь. Это было бы очень кстати. Умираю от голода. Я как сошла с поезда, так ничего и не ела. Тогда ты пришла туда, куда надо. У нас лучшие в городе сашими. Найди себе столик, а я прослежу, чтобы кто-нибудь принял у тебя заказ. Спасибо. Чарли, подожди. Да? Ты правда думаешь, что с Ризой все в порядке? Он ведь опытный репортер, разве нет? Ирихона знают. Уверен, он бывал в передрягах и похуже этой. Так что не волнуйся, с ним все будет в порядке. И все. Я знаю, это немного. Знаю, что это может быть вовсе не ваша Эйприл Райан, но... Это она, это должна быть она. Я не верю в совпадение, а это все одно большое совпадение. Может быть, она пытается связаться с нами, Чарли? Может быть, ей нужна наша помощь? Может быть... Не надо себя слишком обнадеживать, Эмма. Мы ведь толком ничего не знаем. Извините, что спрашиваю, но... Чарли, ты обещал рассказать, что случилось с Эйприл? Да, да, обещал. Она исчезла при очень странных обстоятельствах. В тот день, когда она исчезла, за ней пришли люди из корпорации. Я и сейчас не знаю, почему. Они ворвались в дом и... Эмму ранили. Она с трудом выкарабкалась. А Эйприл... Она от них ушла. И больше мы о ней ничего не слышали. Мы знаем, что ей удалось сбежать. Ее обнаружили на записях камер безопасности в центре. И позже мы узнали, что она села в шаттл, который отправлялся на одну из орбитальных станций. И вот тут след обрывается. А сразу после этого случился коллапс, и все изменилось. Когда все вернулось на круги своя, мы были слишком заняты. Приводили в порядок собственную жизнь. А к тому моменту, когда мы снова начали ее искать. Эйприл исчезла, растворилась. Если бы не то, что она нам рассказывала, я бы решила, что она стала еще одной жертвой коллапса. А что она рассказывала? Вот это самое сложное. Она рассказывала про другой мир. Что-то вроде магического параллельного измерения. Мы не поверили. Это ты ей не поверил, Чарли, а я никогда не сомневалась в ее словах. Ну хорошо, я ей не поверил. Я до сих пор не уверен, что верю во все это, несмотря на то, что видел во время коллапса. Подождите, Эйприл сказала вам, что она видела другое измерение?
Не видела. Она там бывала. Это место называется Аркадия. И был человек... Кортес. Настоящий псих. Он сказал Эйприл, что у нее есть, ну, вроде талант. Сила. Что она может путешествовать между мирами. И что она нужна им. Судя по словам Эйприл, существует два мира. Этот и другой. Аркадия. Мир волшебства. Они существуют параллельно, в балансе один с другим. До этого у меня не было причин сомневаться в том, что говорит Эйприл. Но тут даже я была удивлена. И как только вышла из больницы, начала копать. И то, что она нам говорила. Она не единственная Зои. Есть и другие люди, которые бывали в Аркадии. Она существует на самом деле. Слушай, мы не можем этого утверждать. Мы знаем только, что какой-то опасный идиот вбил эти идеи ей в голову и... Я знаю, Чарли, но ты можешь просто поверить, а? Я знаю, я это чувствую. Я провела серьезное расследование. Когда у тебя достаточно денег, даже самые большие секреты перестают быть для тебя секретами. Извини, Эмма, но это звучит несколько... Безумно? Бредово? Ты не думаешь, что такие мысли приходили и мне в голову? Сколько тебе было, когда случился коллапс, Зои? 9? 10? 10. Ты что-нибудь помнишь? Практически ничего. Тогда мы жили в Лондоне, и наша подсекция на несколько дней закрылась. Мой папа старался меня защитить. Я почти ничего не видела. Большинство людей ничего не помнят. Или делают вид, что забыли. Те из нас, кто видел, такое невозможно забыть. Но кое-что происходило и до коллапса. Какие-то странные вещи, вроде снов. Они словно просачивались в реальный мир. Анализируя все, что я видела, читала, все, что говорили мне люди... Люди, у которых не было причин мне врать. Я понимаю, что она говорила правду. И я верю, что она все еще там. В Аркадии. Ладно, ладно. Допустим, ты права. Сообщение, которое я получала... Ты думаешь, это место, где зима, это тот мир, о котором говорила Эйприл? Аркадия? Судя по тому, что мне известно, на Аркадию это не похоже. Но кто знает. Вопрос в том, кто эта маленькая девочка. Почему она пытается связаться с тобой? В конце концов, ты даже не знаешь Эйприл Райан. И до сегодняшнего дня ее имя ничего для тебя не значило. Ты попала сюда случайно. И если бы ты не нашла фотографию и не показала ее Чарли, ты бы никогда не узнала имя Эйприл. Это кажется невероятным, но, похоже, дело в Резе. Дело, которым он занимается, наверное, как-то связано с этим. У меня нет других объяснений. Твой друг, журналист. Ты по-прежнему не знаешь, где он? Нет, но если мне повезет, я узнаю это сегодня вечером. Кстати, Чарли, есть тут тихое место, откуда я могу позвонить? Может быть, Реза пытался связаться со мной? Я попробую еще раз позвонить ему на мобильный и заодно своей подруге Оливии в Касабланке. Может быть, у нее есть какие-то новости? Конечно, ты можешь воспользоваться одним из отдельных кабинетов наверху. Последний слева не занят. Спасибо, я сейчас вернусь. Да, господа, вот это вау, вот это, блин, вообще развязка сюжета, то есть параллельные миры, непростое расследование, вот это да. Надо попробовать позвонить еще раз с Резе, Чарли сказал, что я воспользуюсь одним из кабинетов наверху. Хорошо, наверху. Я думаю, это сюда. Нужно позвонить туда домой и узнать, как там дела. Так, наверное, это этот кабинет, да? И как позвонить? Может быть, нужно достать мобилку? Конечно. Офигеть. Привет, это Реза. Я либо занят, либо сплю. В любом случае, дайте знать, что случилось, я перезвоню. Спасибо. Вот ответчик. Привет, это снова я. Я встретилась с Чарли и проследила твой путь до отеля. Я нашла твою зажигалку, и там была кровь повсюду. Надеюсь, все в порядке, Реза. Пожалуйста, позвони мне, если... когда ты услышишь это сообщение. Что это за коллапс? Что это происходило? Мне нужно знать, что ты не... что у тебя все в порядке. Созвонимся, пока.
О, оторвала себе VIP-кабинку. Маркус, я как раз собиралась. Удобно, потому что я привел с собой друзей, они хотели бы с тобой поздороваться. Опа. Без посторон. Ха-ха. Вот собака. Чуть такое. Что за хрень? Зима. Зои. Ого, нифига. Где? Где я? Это не похоже на сон. Я бы должна замерзнуть, но я совершенно не чувствую холода. На самом деле я вообще ничего не чувствую. Это все выглядит как-то очень знакомо. Видение. Это место из моих видений. Найди Эйприл. Спаси Эйприл. Вау. Вот это да, ну побежали голопопеньки. У нас вообще ничего в инвентаре не лежит. Вот это да, блин, ну слушайте, у игры действительно отличный сюжет. Опа, ёб твою мать. Найди ее, спаси ее. Чё-то мне это не нравится. Ты должна ее спасти. Кто ты? Я не понимаю, пожалуйста. Что ты от меня хочешь? Найди Эйприл Райан. Быстрее, Зоя, быстрее. Ну что делать? Ты должна поторопиться. Иди, сейчас же. Что это? Найди Эйприл Райан. Спаси ее. Кто эта девочка и что это было? Опа, это где мы? Так, мы одеты в другую одежду. Где, черт побери, я нахожусь? Вот именно. Лол, это что там такое стоит? Что за хрень? Ладно, это все не настоящее. Это не может быть по-настоящему. Там мне какой-то надо... ходит. Мне надо проснуться. Орк или что это? Отсюда. Нужно что-то сделать. Хоть что-то. Так, что это у нас? Камешек. Хорошо. Да, господа, вот это ход событий. Вообще непонятно, как мы тут очутились и где это мы вообще находимся. Непонятно. Но сюжет обалденно интересно. Действительно, это смотреть. Что ж, увидимся мы уже в следующей серии, продолжать мы будем там, а пока на этом все, всем всего, пока-пока.